Добрый день, зрители. Это у нас самшитовая огневка. Самый опасный вредитель. Достигает 45 миллиметров. У них ротик похож на клюв птицы. Когда они сложены, похожи на домик. А если перевернуть, тогда похожи на веер. Они обитают в Китае, Японии, Корее. Белый с серым цветом. Серый цвет вокруг крыльев всех, а белый в серединке. Вот бабочки похожи на совок. Их еще называют мотылек самшитовый. У них вокруг рта и щупальцы. У них есть желтое пятно на брюшке. Кстати, они чешуйкокрылые, потому что чешуя — это что остается на теле человека. У них 6 ног, как у всех насекомых. Питаются гусеницы самшитом. Бабочки очень красивые. Раскрас, как у пингвина. Пингвин черно-белый с желтым пятном. И также и у бабочек. Самшитовых бабочек. Они в одном из российских городов поедают клёны, ясень. Ну всё едят за деревья. Очень красивые по всему телу. Расположена чешуя. Кстати, как и у всех бабочек, они делаются так. Сначала яйцо, потом гусеница, потом кокон, а потом самая красивая бабочка. Завезли из Китая в Германию. Если их положить 20 штук гусениц и чинок, и надо трехлитровую банку и посадить целое стопка листьев на целую банку. Они за 4 дня это съедят.
смотрите. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители. Пока, гудбай.